Привет! Сегодня посмотрим ассеты, которые раздают на март 2023 года. Первое это у нас Opera House Kit. Давайте сразу откроем эту оперу. В общем, если мы сюда погрузимся, давайте запустим. Вот такая вот симпатичная структура здесь. Все очень шикарно выглядит. И по оптимизации даже очень хорошо. Давайте приостановим чуть-чуть и поставим FPS. Хотя бы видеть, что и как. Ну да, здесь есть просадки по вот этим визуальным частям виде VFX эффектов и возможно какой-то проблеме по допустим освещению но допустим вот материалы здесь шикарно под подобраны по моделям тоже в принципе хорошо но есть вот какие-то элементы которые прям слишком полигонаж нагружают. Ну, чисто как отдельная локация. В этом виде она симпатична. Здесь есть вот такие вот элементики, картины. Типа скрытые какие-то предметы и все. Снаружи, естественно, нету визуальной части. Только лишь внутренние э, украшательства, так скажем. Далее мы перейдем э, вот к такому лесу. Тоже так же загрузим его, посмотрим, кроме изображений, что есть. Вот такой вот лес. Здесь у нас дорога в виде сплайна. Давайте быстренько пробежимся. Кажется, у меня сейчас пул переполнен. Но так как эти деревья у нас идут из такого вида, как их сканировали даже, я предполагаю. И вот эти элементы тоже. Они долго подгружаются. Так, подгрузилось. И у меня FPS немножко упал. Здесь высокие текстуры. Естественно, полигонаж есть проблемный. Ну и, как видите, проблема с текстурой земли. У нее, в общем, плохое качество. Вот здесь надо обрезать все это. Ну, у деревьев, кстати, все отлично. Ну, как видите, да, в средненьким такой FPS 60. Если еще убрать 4К текстуры с поверхности земли, то, естественно, будет получше. Третье, это у нас Modern House. Здесь у нас 100 объектов. Выглядит приемлемо. Может быть, даже куда-то пойдет. Домик наш загрузился. Давайте пройдемся по нему. Здесь есть небольшие интерактивные объекты, да, то есть можно открыть двери. Поставлен свет очень хорошо, в принципе. Так, персонаж не может пройти, даже под персонажа не подготовили вообще архитектуру. Здесь у нас гараж. Ну, если гараж для мотоцикла, то это, в принципе, хорошо, но... Я не уверен, что это гараж для мотоцикла. У меня такое ощущение, что создатель этого домика просто решил сделать что-то так и здесь вообще у нас персонаж не проходит так фиговое освещение кое-где даже его перебор какой-то здесь у нас туалет ванна в темноте Давайте посмотрим, что у нас вообще по структуре. Модельки сделаны хорошо. Так, ну, с прозрачной части, естественно, все отлично. Они всегда красные, это стандартно. Все остальное у нас тоже хорошо. Так, я включил Unlit, чтобы мы могли просто понаблюдать, что здесь вообще есть. Ну, для игры это не подходит. Даже вот персонаж не проходит нигде. Ну, чисто как визуальная часть. Да, шикарно. Вот такой вот домик. Далее смотрим. Здесь у нас систему прыжков. Как вы знаете, во всех играх есть определенные виды прыжки. Да, там. И здесь то же самое. Они поставляют плагин, которым можно... Давайте запустим его, посмотрим. То есть здесь от каждого вида высоты показываются ну, разные виды прыжков. Здесь он забирается. Здесь он, видите, забирается под углом как-то. То же самое. Чем выше, тоже, в принципе, прыгает. Ну, здесь эта демочка такая. Вот. Как вы видели, появился третий вид. Он просто на ногой запрыгивает. Еще отталкивается от стенок, если она находится высоко. Ну и предположительно здесь имеется такая же система от первого лица. Но ну, если это интересно, можете попробовать ее в деле. Видели, да? То есть он ногой. И здесь уже слишком высокая часть. Он уже не может залезть. либо я не в определенный момент нажимаю ну да здесь он не может залезть. Пятая часть это у нас э, такие постпроцессы э, с одной стороны шикарненькие, с другой стороны немножко сложненькие. но тоже можно поюзать какой вам нравится постпроцесс вы сможете воспользоваться им. Давайте загрузим. Здесь есть карта, по которой мы можем пробежать и быстренько посмотреть, какие постпроцессы работают. То есть, вот пока мы бежим, мы их смотрим. Вот такие вот затемнения, размытия и так далее. Сейчас мы большую часть увидим. Некоторые даже повторяются. Также вы их можете регулировать. Да? То есть давайте какой-нибудь зайдем. Вот в эту часть. Можете регулировать. И выставлять свои значения. Допустим, синий цвет хотите. Заместо белого красный. Ну, это вот как раз-таки Глобальный спектр настроек данного постпроцесса. Вот это мне очень нравится. Прям как будто снег идет. Такие стробления пикселей размытие. Ну, я уже вам показывал такое марево, как делать. Некоторые элементы даже при, при, приемлемо использовать в определенных местах. Вот здесь. Это вот, даже не знаю, при дожде, наверное, <laughs> что-то такое. А вот при стопроцентный дождь. Можно регулировать значение. Почему-то я выкрутил в обратную сторону. Ну и так далее. Здесь как будто бы э, во сне или в сумерках, так скажем. Ну, как я сказал, вот повторение. Просто есть различные виды цветов. Цвет э, каждого элемента меняется и... Чуть-чуть структура изменяется. из-за этого большое количество. Вот этот последний красный, вот то, что у нас был, вы можете добавить при попадании там, противника по вам там, рукой, оружием и еще чем-то. Здесь непонятно какие-то разделения. Вот такая вот структурочка. Давайте посмотрим далее. Это вот закончились 5 элементов. Точнее, ассетов, которые бесплатно раздаются только месяц. Остальные, взглянем на них. Это дикий запад такой визуальной части, да симпатичненько выглядит. Насколько его качественно проработали, не знаю, но внешне выглядит хорошо. И текстуры поставлены в некоторых местах, где не смотрел бы человек, да, все есть. Даже внутреннее убранство. Здесь у нас для VR какая-то штука интероперабельные виртуальные миры. Что бы это ни значило. Знали бы мы, что такое, но мы не знаем, что это такое. Следующее это э, обучение. Здесь у нас рассказывается, как настраивать физику и какие-то законы там какого-то человечка. Какого-то китчина вроде, если я не ошибаюсь. Это вот то, что зачастую изучают на уроках физики, да, ну, в таком визуальном качестве. Вот бы, как говорится, нам бы показывали такие вещи в свое время. Чат-бот. Аи, да, вот от openai. Здесь у нас чат-бот, который будет давать тексты, изображения и что-то подобное, да. То есть вы делаете запрос, и он вам дает. Выходные параметры какие-то. Вот. Человек написал. Дельфин целуется, наверное, с собакой. Я предполагаю, что это собака. Что-то подобное, да? В английском у меня проблемная часть. И здесь прописывается API на сайте через OpenAI. И, соответственно, вы можете запрашивать какие-то значения. Так, это у нас настройки графики. Если вы ленитесь создавать полнотелое, так скажем, графическое настроечное меню, вот можете воспользоваться этим плагином, который вам даст, там, скажем, минимальную настройку, среднюю и максимальную. То есть, видите, да, внешнее сзади изображение. Вот они. У нас это у нас ультра, ультра Easy. Это High Easy. То есть э, почему-то а middle нету. Средний у них не было. Они почему-то решили ультра Easy поставить. В общем, вот эти три ноды, которые вы можете использовать в своем проекте, быстро настроить графические э, положения игры. Так, это у нас интерактивный мир, в котором вы можете вот, взаимодействовать с водой, с какими-то визуальными частями в виде песка, либо, допустим, снега. Выставлять их качество, а также уже ну, и высоту. Это все виртуальные текстуры, с помощью которых вот это все делается. Вот смотрите, здесь у него также взаимодействие с грязью, я так понимаю, и вот такая карта создается движение персонажа, точнее, да, его стоп по карте в определенном э, размере и, возможно, она большая, может быть и нет. На это надо уже смотреть. Штучка очень хорошая. Вот смотрите, это как раз таки та область, в котором будет взаимодействие, скорее всего. Видите, да? Грязь под ногами. Далее у нас идет Base64 Tool. Это штучка из вот такого, так скажем, кода. Да? которые чаще, получается, используются в табличных данных, да, то есть, если у вас есть какая-то структура, допустим, база данных, да, находящаяся где-то в SQL, как раз-таки изображения хранятся вот в таком виде. И вот с помощью этих нот вы можете ее отображать уже у себя в игре. Здесь у нас Эпик раздает манекенов. Молодцы. Как всегда, вовремя. То есть, до этого манекенов мы не могли вообще получить. Очень благодарю их за этот подарок. Далее, они тоже раздают контрол. Вот для данного аппарата. Этот контрол вы можете поворачивать. То есть, это очень хорошая вещь для синематика. То есть вы прямо в синематике можете создавать анимации. Ну и не только в синематике, естественно. Так, это у нас хорошая штука. Она у нас level асинхронно загружает и разгружает. То есть, если вы хотите с одной карты в другую карту, карту переходить, да, вот эта штука у нас как раз таки очень нужна. И при этом между картами вы можете создать свой виджет, который будет показываться на экране. Либо в данном, в данном случае они вот сделали вот такую вот заставочку. Это у нас меню последних активов. Более проще сказать э, эти те ассеты, которые вы использовали э, в каких-то своих проектах, допустим, либо в этом, либо в предыдущих. Вы можете их выбрать. Не знаю насчет того, как э, с предыдущих э, проектов он вам вытащит их или нет. Это неизвестно. Это надо смотреть, как-то тестировать насчет этого. Далее, здесь у нас ищет в проекте все теги, и вы можете легко ими взаимодействовать. Насколько легко, тоже не могу сказать. Вот появляется вот такая вот плашечка, да. Просто в текст у нас был... Вот такой вот список. Вот он, компонент тег. Плюсик, плюсик. И вы создаете количество определенных тегов для своего элемента, эктора. И сейчас тоже можете создать. И с помощью определенных нот вы можете ими взаимодействовать. Очень хорошо, в принципе, для сложных структур. Далее у нас снова ассет с деревьями. Какие-то европейские деревья. Очень похожи на березки, но не березки. Хотя, может, и березки. Я давно не берез не видел. Так. Различного вида, различной высоты. Кусты. Ну и в общем, до маленькой травы. Или до расков, видимо, кустов деревьев. Это у нас э, дебаггер, который может воспроизводить. Э, получается, дебаггер блупринтов. То есть вы щелкаете на элементик, да, и вы смотрите э, все определенные позиции который дебаггер может показать. То есть, вот вы кликнули по этому объекту, видимо, в режиме симуляции, либо ну, в обычном запуске, да? Здесь он у вас показывает определенные значения, но я не понимаю, почему position везде 0. Ну, представим, что это не, не мировая позиция, а локальная какая-то ну представим что это работает хорошо и все значения все естественно переменные показываются тоже это у нас что позволяет легко принести интерактивность в проект о какой интерактивности идет речь, я не понимаю. Видимо, вот эти элементы. Либо они двигаются, либо что-то вот здесь в данном случае, наверное, подсвечиваются. Не знаю, насколько это полезная часть. Ну, я закинул, обязательно забрал. Так, здесь у нас. SHA-256 это у нас шифрование, хеширует, в общем, шифрует, хеширует и в обратную сторону. Можно создавать и можно расформировать, то есть он считывает хэш естественно, какой-то элемента. Ни разу не пользовался кешированием, как минимум в Unreal. В HTML пользовался. MD5, это как самая простая элементарная структура. А в данном случае SHA, вот это, 256 нет. Не видел. Fixed Camera System здесь камеры системная камеры образно которая позволяет вам допустим вы не хотите чтобы она у вас за персонажем где-то как-то в определенном ракурсе ходила и здесь вы выстраиваете вот допустим показывают линию да, как эта камера передвигается по структуре и вот как то, как -то это отображается. Синематографическая камера. Далее у нас идет вайпер каста. Вы можете на свой движок Unreal да, закинуть какое-то изображение, чтобы сделать ее красивее. Возможно, черный фон вам не очень подходит. Допустим, вы можете поставить какую-то симпатичную девушку как вот некоторые вот снизу показывают да то есть оставляют э, и вот таких вот шикарных Бэтменов далее у нас идет плагин с помощью которого вы можете составлять вот такие дороги дорожные знаки и какие-то другие элементы которая имеет структуру в виде линии, да, то есть те же самые трубы, заборы. Штука интересненькая для тех, кто создает там какую-нибудь игру на основе автомобиля. Обязательно забирайте. Думаю, что она хороша. Далее у нас идет вот такие вот а, объектики от компании Dragon вроде, если я не ошибаюсь. А, The Kogan, точнее, The Kogan Studio. Очень хорошая визуальная часть. Как интерактивные части, так и вставляем и, так скажем, в обиход, да? Здесь вот у них куча, в общем, они, сколько получается, 6 ассетов раздают. Такой вот реально дикий запад прям в этом ассете, в этом месяце нам раздали. Ну и здесь вот тоже те же самые телеги, гробы. Все как э, в Диком Западе. Только лошадей нет. Ну и сами видите внутреннее убранство дома. Ну и последнее это у нас Recall Pattern Master. Здесь вы можете настраивать отдачу, то есть вы вот показываете структуру отдачи, видимо, оружия, да. Как она работает, не знаю, но смотрите, настраивается все в Data Table, то есть да, в таблице данных. И из этой таблицы данных для любого оружия вы можете выбрать любой из этих элементов. Даже в пистолете вы можете автомат выбрать, и он у вас будет стрелять как автомат. Интересная структура, надо заюзать. Но ну, вот здесь один человек, как говорится, на три звездочки оценил. Видимо, не оценил. И на этом все. Пишите в комментариях, что вам понравилось из этого и считаете ли вы эти пять ассетов полезными? Я думаю, что да. Есть элементы полезные. Ну, как минимум, вот этот лес, это уже какой-то подарочек. Хотя лесов раздали очень много. Ну и также вот этот постпроцесс идеальненько зайдет. Насчет прыжков, ну, хотя здесь все 11 человек поставили пятерочку. Я думаю, что он тоже отличный. И, как видите, да, здесь есть даже э, как залазит собака. Интересно. А на этом все. До скорой встречи. Всем пока.